Итак, всем привет! И тут ко мне сегодня попался на обзор телефон раскладушка Sigma. Модель у нас X-Style 28 Flip. Так, такая у нас коробочка. Гламурненькая. Женский телефон. И здесь у нас две сим-карты. Колеровый, цветной экран даже, елки-палки. Разрешение 240 на 320. Ну, для 2,8 дюйма это очень даже неплохо. FM-радио. 800 мА батарейка. Это информация у нас о производителе. Производитель у нас Китай, конечно же. Камера здесь 1,3 мегапикселя аж. Ух. Прям вообще. Так, вот. Тут у нас что? Тут у нас сам телефончик. Вот он у нас. Лампочку сразу. Того. Ликвидируем. Так. Здесь у нас, кстати, вот LED-индикатор есть. Вот этот прикольный. Очень яркий даже такой. Так, это у нас гарантийный талон. Зарядка. И руководство пользователя, да? Так, есть на украинском языке и есть на английском языке. Так, вот он все обратно. Наушнички-то не положили. Беспредел. Вообще, произвол. Где наушники? Наушников-то нету. Так, внешний вид у нас тут. Потерем объектив камеры. Так. Даже со вспышечкой. Динамик у нас здесь. Логотипчик. Кстати, прикольно, что нету таких навязчивых логотипов. То есть, логотипов. Вот. И есть такая закорлючка. Так симпатично смотрится, да? Не по-цыгански. Телефон из золотого цвета. Механизм развертки, значит. Так, микро-USB у нас. Микрофон. Ну, и LED-индикатор. Вот как он светится. Яркий же, да? Довольно такой, ничего себе. Прям аж не заметить его просто сложно очень. Вот такой вот у нас ночной вид аппарата. Раскладуха симпатично смотрится очень даже. У нас экранчик. Глянец. У нас не сенсорный. Обычный экран. Ну, здесь внутри у нас мы видим логотип Sigma Mobile. Такая вот у нас клавиатурка. Джойстик переливается весь такой. Симпатично смотрится. Здесь резиновые вставочки есть. Это чтобы телефончик не бился, когда закрываешь. Ну, вернее, он бьется, но амортизирует. Клавиатура подсвечивается как-то не очень. Слабовато, да, видите? Здесь темно, такое местами в середине нормально, еще по бокам как-то не очень. Собственно, такой вот у нас аппаратик. Прям сложно здесь так показать хорошо. Не влазит мне сюда телефон, здесь у меня штатив. В общем, в целом смотрится замечательно. Вообще. Да и стоит недорого. Всего лишь 35 баксов. Телефончик у нас. Так, а что же у нас тут по камере? Тут отдельная кнопка для камеры даже есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут просто какой-то мрак происходит. Так прям тормозит. Ну, в принципе, 35 баксов, что же я еще хотел. Так, а как на... Ага, вот непривычно тут все снимать. Посмотрим. Так, телефон. Не хватает места. Нужно, значит, нам флешку сюда. Опция захват назад. Так, а где у нас галерея? Интересно. Интересно, файлы. E-book какой-то. Так, мультимедиа, изображение. Так.
Изображений нету, пусто. Надо флешку вставлять. Так, и здесь, кстати, на украинском языке все, сейчас надо русский выставить еще. Так, а где у нас настройки? Так. Ой. Что? Тут, видите, отдельно клавиша есть домой. Камера. Это что у нас? Это у нас группа контакты. Отдельная кнопка под смс, есть, под сообщение. Прикольно. И звук такой прикольный. Ну-ка. Так, а как же нам номер набирать? Номер набирать, номер набирать. Угу. Все работает. Тут даже у нас типа фонарик есть. Сейчас мы его включим. Так, ну, включайся. Что-то не включается. Фонарик. Хотя кнопочка нарисована, что фонарик должен включаться. Сейчас попробуем еще. Фонарик включен. Ну, вот он. Слабовато светит, конечно. Вспышечка нехти. Так себе. Что же мы еще хотели за $35 там? Что, супер аппарат, что ли? Нет, конечно же. Так, где у нас тут язык выставлять? Телефон. Сейчас мова. Язык украинский, язык. Так, русский язык. Выставили и сразу так переводит нормально. Довольно шустренько. Выбрать. Готово. Время и дата. Туда-сюда. В общем, такой вот аппаратик у нас. Так, нам бы еще посмотреть, как его открывать. Тут крышечка как-то должна сниматься, по идее. Ага, вот у нас, видите, выемка для пальчика. Так, что-то как-то туго очень открывается. Так, нет. Ну-ка, еще раз. Ого! Очень туго, аж прям страшно сломать крышечку, однако. И тут у нас мы видим батарейку и разъем под две сим-карты. Так, а где же флешка? А, флешка вот сверху вставляется. Вот флешечка вставляется. Тут у нас батарейка и тут две сим-карты. Ну и тут модуль какой-то у нас. GSM, походу, антенна. Вот это вот. Так, сейчас мы вытащим батареечку и посмотрим, что у нас там со связью. Ловит, не ловит. Так, SIM-1, SIM-0. Так, SIM-1 у нас, значит, сверху, походу. Так, а что у нас, 3G поддерживает или нет, интересно? Lower, upper. Так. Flip. Ну, должен, по идее, поддерживать. Так. Это нижняя SIM-карта. У нас верхняя сим-карта, я надеюсь, правильно делаю. Так, вроде все, вставляем нашу батареечку. Так, и включаем наш аппарат. Так, а как тебя включить, какую кнопку нажимать? Она вот, сейчас поглядим, как он у нас, значит, сеть ловит. Даже может чем-нибудь позвоним. Так, так. А кого ж мы наберем? А можем набрать и жену. Так, так, так. Так. А ну-ка тут. А где тут, как же тут? Последние вызовы заходить, контакты. Так, так, кыш. Кыш. Так, а как же? Ага, вот контакт у нас. Окей. Так, меню, кейстар. Туда-сюда. Куча всякой ерунды. Ну, хотя бы, значит, счет проверим. Так, окей.
Хотя бы проверим счет нашего телефона. У нас есть сим-карты, так, 4 рубчика, значит, на счету есть. Можем даже кому-то позвонить. Сейчас позвоним. Так, нужно... Так, ну что, вызов пошел, сейчас мы... Алло, кукуськи. Ну что, меня слышно нормально? Так себе. Посторонний звук? Да. Ну тут... А, холодильник жужжит. А ну сейчас, секунду. Слышно, как же уже, да? Или нет? Ага. Ага. А так вообще нормально слышно, да? Да, да. И хорошо, лопусечка моя. Да? Замечательно. Давайте. Давай. Давай, Тёма. Так, ну, значит, говорят, что слышно звук хорошо, то есть голос отчетливо слышно, но есть какое-то жужжание. Я так предполагаю, у меня тут холодильник жужжит. Вот. Но это потом, значит, проверим. Это когда жена приедет, дам ей этот телефон, пускай позвонит мне, и я, значит, послушаю. А еще, ну, где-нибудь в тихом месте там, чтобы не было никаких посторонних звуков, в общем. Ну, говорят, что звук слышно хорошо. Ну, голос именно. С этим проблем нет. Так что вот так вот. Внешний динамик, кстати, вернее, не внешний, а разговорный, работает хорошо, слышно довольно неплохо. В принципе, мне понравилось. Вот так. Ну, понятное дело, отличается от моего телефона вообще. На всех телефонах звук разный приблизительно, да, там, плюс-минус. Вот, ну, сравнивать, конечно же, этот аппарат с этим абсолютно некорректно, потому что этот стоит гораздо дороже. Вот, а этот, в общем, дешевенький. Вот такие вот делишки. Такой у нас, значит, телефон на обзорчике был. Sigma X-Style 28 Flip. Вот такой вот аппарат у нас. Всем спасибо. Подписывайся на канал, ставим лайки. Пока!